Мы пришли. Мы поздравляем вас с этим чудесным праздником, днем золотой мудрости, наших милых женщин, наших уважаемых мужчин. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы сейчас здесь общаетесь друг с другом. И пусть чашечка чая согреет, придаст теплоту наших взаимоотношений. Но сегодня мы для вас приготовили и небольшую развлекательную программу. Сегодня для вас играет духовой оркестр, без которого лет 30-40 назад не проходило ни одно мероприятие. И ведь звуки духового оркестра, они ласкают душу, они затрагивают те воспоминания той поры лихой молодости, энергии, энтузиазма, духостроительства поднять страну. И ведь вы сделали, вы подняли и вас встречали с духовым оркестром. Вы получали почетные грамоты и звания под духовой оркестр. И сегодня духовой оркестр вновь звучит для вас, дорогие наши ветераны, с праздником и подведением итогов вашей жизни. А ваша жизнь как на ладони, она видна через наших детей, через наших внуков, которых вы не оставляете, о которых вы заботитесь, которым передаете свою ласку, любовь, поддерживаете в трудную минуту. Ведь было трудновато буквально лет 7-10 назад. Тяжело было, но именно вы поддержали детей, именно вы поддержали своих внуков. И мы за это благодарны вам. Спасибо, здоровья вам, хорошего настроения. И пусть этот праздник останется в ваших сердцах. И для вас играет духовой оркестр. Сегодня много уважаемых людей присутствует на нашем празднике. Вот смотрю, Сокол Павел Яковлевич сидит у нас, ветеран войны и труда, заслуженный учитель Николай Федорович Еременко. Вот сразу всех и не окинешь взглядом, сколько у нас здесь людей, которые вызывают
вызывает уважение, восхищение. И мы сегодня рады вас видеть здесь, на нашей встрече. И мы с удовольствием приглашаем вас на вальс, окунуться в атмосферу молодости вашей души. Танцуем вальс! Мужчины, пожалуйста, не оставляйте белых дам без внимания. Приглашайте. Все танцуют. Чудесный вальс. Спасибо, что вы так красиво с душой танцевали. Да, этот танец нельзя танцевать без души. Спасибо всем огромное. Те, кто, дорогие гости, пришел к нам, пожалуйста, проходите, попейте чайку, согрейтесь. Кто еще не выпил чашечку чая, мы с удовольствием приглашаем вас вот в ту сторону, по левую сторону от нашего входа. Итак, дорогие друзья, как прекрасно, когда вот такой говорок идет. Это общение, это взаимопонимание, это тот возраст, где живет сама душа, где живет сама любовь, само взаимопонимание, чего, к сожалению, немножко не хватает у нашей молодежи. Так вот, есть от кого брать эту любовь, эту душевность, эту доброту, без которой ничего не строится. Но вы у нас есть, и мы рады за это.
это. И мы благодарим вас, дорогие наши ветераны. Спасибо огромное вам. А сейчас я приглашаю, милые дамы, объявляется дамское танго. Приглашаю дамы. Итак, все мужчины, которые стоят, чтобы они не стояли, а танцевали вместе с вами. Дамское танго. Минуты счастья. Интереснее такое, что других учить,
так поставите этот вопрос. А вот такой вопрос. С пчелкой возиться, в метку находиться. А далее? А с жуком связаться? Ну, кто продолжит? Правильно, в навозе копаться. Вот, милая женщина сказала так, как бы, ну, это ее это интуиция подсказала, в навозе копаться. И совершенно верно, правильно. Ну, и еще один такой поговорочка. Слово серебро. А молчание золота. Ай да молодцы. С волками жить? А как на охоту ехать? Собак кормить. Совершенно верно. Пожалуйста, вот собак кормить. Так, на то и щука. Чтобы карась не дремал. Ай да умница, чтобы карась не дремал. Ну, молодцы, мы убедились, как скоро, хватко все отвечают на эти вопросы, на народную мудрость, которая живет в ваших сердцах. Спасибо всем, давайте поаплодируем друг другу. С праздником, дорогие наши ветераны. Ну, почему так слабо хлопает? Ну-ка погромче. Ай да молодцы. Ну что же, вы так выпали, что духовой оркестр, а вон он для вас приготовил следующее музыкальное произведение. Итак, никто не стоим, а все танцуем. С праздником! Thank you.
всем. Просто здорово, просто отлично, я скажу. И в этом я стою помогли нам сегодня наши уважаемые хорные ветеранов Сударушки, которые сегодня тоже будут участвовать в концерте. А мне сегодня просто вдвойне повезло. Я танцевал с самой Марией Ивановной Анденкиной, которая более 40 лет художественной самодеятельности. И как приятно вот с такими ветеранами, которым уже за 80, да? А мы еще поем. Ну чем не сила духа, ну чем, как вот сам жизненный пример показывает и доказывает, что мы не лыком шиты и что мы много еще можем. Поэтому мы желаем вам здоровья, удачи, благополучия и хорошего настроения. Ну, а духовой оркестр, я смотрю, уже еще готов одну сыграть нам музыкальную вещь, потом они отдохнут. А мы с вами пройдем музыкальную вечеринку. Ну, а пока... Итак... Милые дамы и кавалеры, только для вас, в честь 1 октября, день молодости духа и золотого возраста и народной мудрости объявляется вальс. Thank you.
все богатыни партнерши. Буквально хоть 5 секунд. О, как элегантно танцевала, как элегантно, красиво. Спасибо вам, Галина Борчева. Ну что, дорогие друзья, вот сейчас мы с вами и музыкальную викторинку проведем. Но она у нас проходит в быстром темпе. В каком? На сообразительности. Буквально по первым тактам вы должны угадать, что это за мелодия. Итак, понятно, кто самый первый скажет, тот и получает небольшой памятный сюрприз. Слово для подведения итогов и вручения.